Тем временем в Армении разгорелись нешуточные страсти вокруг недавнего инцидента у памятника геноциду, которого не было. Напомним, что 24 апреля 2024 года, когда жена премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян и ее дочь подошли к вечному огню в мемориале с труднопроизносимым названием Цицернакаберт, члены Национально-демократического полюса стали выкрикивать «предатель». После инцидента были задержаны 7 человек. 28 апреля стало известно о том, что обвинение предъявлено 62-летнему представителю Национально-демократического полюса Тиграну Дармияну, пишет газета «Жохобурт». На допрос Дармияна пригласят и саму Акопян в качестве пострадавшей. Похоже, супруга Пашиняна оказалась более злопамятной, чем ожидала оппозиция. В следующий раз, по всей видимости, как обычно, ограничится воплями в адрес Варчапета. Его они давно уже не трогают.